из того швеллера, что мы обрабатывали, получилось у нас 4 заготовки, а именно 2 по 400 и 2 по 200. Это будет у нас на вертикал, это будет на горизонт. Готовы у нас 4 трапеции. Здесь немного я пришло со ступить от чертежа. Как видно, уже ступень не стала делать. Это в целях экономии металла и скорости его обработки. Решил сделать вот с таким ступом, как здесь.